Кому официально и разрешено в Перми не ходить на работу в эти дни, так это школьникам с 1 по 7 класс. На остальных работающих студентов, в том числе, это не распространяется. А значит, какой бы низкой ни была температура за окном, выходить на улицу придется. В так называемую зону риска, вероятность обморозиться, попадают те, кто вынужден добираться до работы пешком или на общественном транспорте. Ожидание на остановках в минус 30 становится мучительным уже через 5 минут. Чтобы мороз переносился легче, стоит соблюдать простейшие правила. Прежде всего, человек, который идет утром на работу, рано, когда мороз, он должен хорошо позавтракать. Он должен быть хорошо выспавшимся и хорошо одетым. В такие морозы от переохлаждения спасает термобелье. Оно не помешает ни мужчинам, ни женщинам. Должны быть современные виды одежды, которые обеспечивают это самое тепло, сохранение внутри человека, чтобы эти вещи не продували и чтобы было достаточно места для воздушной прослойки прежде всего. Если стоя на остановке чувствуете, что пальцы рук или ног совсем вас не слушаются и онемели до боли, подвигайтесь. Ничего зазорного нет в том, если вы вдруг забегаете или запрыгаете вдоль остановочного комплекса. Если он будет двигаться, подпрыгивать, подхлопывать, притопывать, я думаю, что это его тоже спасет от холода. А вот растирать онемевшие от холода щеки и нос специалисты не рекомендуют. Лучше закрыть его шарфом, варежкой, лучше всего рукой. Это вообще растирать снегом, варежкой лицо не нужно. Когда после улицы попали в тепло, не спешите греть руки на батарее или под струей горячей воды. Переход должен быть постепенным. Если это просто человек замерз, руки замерз, вы можете, конечно, помыть руки теплой водой, не горячей. 20 градусов в ванночке с постепенным повышением температуры. И обязательно сладкий горячий чай и горячая еда. И никакого алкоголя. 24 января в Перми введен режим повышенной готовности в связи с морозами. Продержаться пермякам надо до конца следующей недели. По данным погодных интернет-сайтов, лишь к 8 февраля температура повысится до минус 9.